Под этот марш на ярко освещенную арену цирка выходили Бугримова и Эдер, Луганов и Маяцкий, Беляков и Кантемиров, Филатов и Кио. Гордость и слава советского цирка. Thank you.
Едвига Романаускине и артистас Петрас Пипирас. Kokie tik keliai nevilioja į Drąsiųjų areną. Kai Edviga gimtajame Žemaitijos miestelį pirmą kartą išvydo cirką, jai buvo tik 6 metukai. Jis pavergė mergaitės širdį. Prabėgus dar 6 metų, ji iškeliavo kartu su juo. Jadvyga Ramanauskinė tik svajojo apie tokias cirko meno viršūnės. Petras Pipiras, Zarasų valstiečių sūnus, stipruolis iš prigimties, kas apskaičiuos raumenų jėgą, kai...
Барнабас, Барнабас. Борис Иванович, не вы случайно потеряли вот этот бумажник? Где вы нашли бумажник? За кулисами. Нет, это не мой бумажник. Ну, а как вы думаете, кого из нас их может быть этот бумажник? По-моему, Юнялиса. Юнялиса? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вас попрошу, если случайно Юнялис придет, передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Бедный Юнялис деньги потерял. Потерял, ой, мама. Что потерял? Бумажник. Ой. Гениалис. Что было в бумажнике? Деньги были, аванс был. Много денег было? Много. Ой, полундра. Не ваш бумажник? Ой-ой-ой! Все в порядке! А где вы его нашли? Этот бумажник за кулисами нашел Барнабас. Да. И просил вам его передать. Барнабас? Да-да. Какая честность! Какое благородство! Найти! Отдать! И ничего не взять! А? Большое вам спасибо! Барнабас! Да-да! Большое тебе спасибо! Пожалуйста! Спасибо большое, пожалуйста! Спасибо, Барнабас! Не ожидал! Но, а как вы думаете, вот если тот же Юнялис нашел бы чужую вещь, как бы он поступил, отдал бы или нет? Давайте мы его проверим. Как? У кого-нибудь из зрителей одолжим какую-то вещь. Да? Положим на середину, а сами уйдем вперед и будем наблюдать, что сделает Юнялис. Правильно. Сейчас давай. Мы его проверим. Разрешите, уважаемый, кто ждет. Вещь попросил. Ну? Какое благородство найти, отдать пить. Ой, мамочки, ой. Чую на одного. Ой, плащ. О, найти, отдать. А кому отдать, отдать некому, кому. Иди сюда, пожалуйста. Я дядя? А? Сидишь? Сижу. Что с тобой? А у меня радикулит. Надо помочь товарищу. Так, вставай, я дядя. Ну, вставай. Ну, вставай, тебе говорю. Идите, а ваш потом догоню. Найти, отдать, а кому продать некому. Сидит, а я тебя сам ищу, а ты здесь. Вот как, а? Юзя! Что? Тебе плащ нужен? Плащ нужен. А какого размера плащ? 50-го. Как раз мой размер. А что есть где? Давай 10 рублей забирай. За этот плащ 10 рублей? Да ты кто? 5 рублей хочешь, да? Давай 5 рублей. 5 рублей сюда возьмешь, да? Юзя! А!
Нарядился? Да, хороший плащ. Хороший. Где вы взяли этот плащ? Как взял? Купил? У кого? У юнянца купил. Так. Слушай. Да. Но ведь этот плащ совсем не юнянца. Не юнянца? Нет. А чей? Сейчас я тебе скажу, у кого я одолжил. Вот это. Нет. Вот. Вот. Забирай свой плащ, отдавай мои 5 рублей обратно. 5 рублей, да. Купил, носи. Что купил, подожди. Забирай плащ, давай 5 рублей. Отдай 5 рублей. Давай 5 рублей. На твои 5 рублей о, я пойду другому продам. Нет, давай, подожди. Не имеешь права другим продавать. Верни плащ, гражданин. Хозяин отдай. Вот вам билет. А тут все сидят. Вот, товарищ. Руку протягивайте его. Дави, Юзя. Дави. Вот плащ, продай плащ, человек. Отдайте плащ. А вот и вот. Thank you.
arenoje Albin ir Alfredas Gineikus, balansavimo virtuozus.